Добрый день. Добрый. Вы мне звонили вот буквально 5 минут назад. Я... Какой? Да какая разница? Рабочая 12А, Великая Черниговка. Да, я с вами разговаривала. Да, я хочу узнать ваше фамилию, имя, отчество. А при чем тут моя фамилия, имя, отчество? Я должен знать, пожалуйста, с кем я общаюсь. Вы мне хотите дать показания счетчика. Я хочу узнать, кому я буду давать показания счетчика. Кому я должен дать? Это свои права и обязанности вообще. Я смотрю, вы юридически хорошо подкованы. Ну вы знаете свои права и обязанности по пользованию электроэнергией? Знаю, очень много знаю. Я хочу узнать, с кем я общаюсь. Я пожалуйста, представьтесь. Два месяца контролер последний раз вас посещал. Дальше никаких оплат, никаких показаний счетчика. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут. Я у вас только хотела узнать показания конечные счетчика. Все. Я вам еще раз задаю вопрос. Представьтесь, как вас зовут. Фамилия, имя, отчество. Меня зовут Бондаренко Илья Дмитриевич. Вас как зовут? Счетчика. Вас как зовут? А при чем тут как меня зовут? Начнем с этого. Вы обращаетесь ко мне. Вы представляете сыны Расхит. Я должен знать, я с роботом разговариваю или с человеком? Вам